Целимся по большому пальцу и выбиваем страйк. В Барнауле прошел гранд-финал корпоративного чемпионата по боулингу. Энергетики, строители, банковские служащие, программисты, журналисты – все они на протяжении 9 месяцев боролись за победу в престижном турнире, аналогов которому в Алтайском крае просто нет. Основная цель организатора в буквальном смысле – вытащить сотрудников компании из душных офисов и помочь освоить довольно необычный вид спорта, который часто сравнивают с шахматами. Сложно, однако спустя несколько этапов стали появляться и результаты. Многие участники – очень сильно подросли в своих результатах, стали намного лучше выступать. У нас есть планы в дальнейшем. Те игроки, которые будут себя показывать с хорошей стороны, с высоких результатов, попадут в какие-то более значимые турниры, поедут за границу или в Москву, в Санкт-Петербург. Выбивать только страйки в этом чемпионате не обязательно. Достаточно просто выбивать все за две попытки. Это называется СП. Таким образом можно набрать 190 очков за игру и точно быть в лидерах в турнирной таблице. Ну, само собой, такая удача улыбается избранным. По итогам турнира первое место заняли сборная команда «Русский продукт», второе также у «Русского продукта» отдела ЭТК, почетное третье у сибирской генерирующей компании.